преддверии столетия со дня образования органов безопасности России Союз пограничников провел урок мужества для воспитанников школы Барышского района. История органов ФСБ полна ярких событий, известна многими выдающимися личностями, однако всегда окутана завесой тайны. Ребятам показали фильм о пограничных войсках и рассказали о роли пограничников в годы Великой Отечественной войны. В школу гости пришли не с пустыми руками и показали ребятам макеты оружия и обмундирование пограничников. Снайпер может находиться на позиции и по двое суток в ожидании своей цели. И для ликвидации определенной цели. Вот как раз для этого служат маскалаты, которые помогают человеку маскироваться. От школьников прозвучало множество интересных вопросов. Учеников интересовали, какими же качествами должен обладать настоящий боец и могут ли девочки служить в пограничных войсках. Гостями в музей школы был передан пограничный столб и вымпел. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.